Здравствуйте, Иван. Очень приятно сегодня с вами встретиться в Рязани на очередном этапе клубной лиги дзюдо детской. Нет, так называется. Детская лига дзюдо, правильно? Детская лига дзюдо, правильно. Да. Скажите, какую цель и задачу ставит перед собой детская лига дзюдо? Первый это популяризация нашего вида спорта. Второй это подготовка резерва сборной команды России, потому что если вы разобрались в системе проведения соревнований, это круговая система. То есть ребята приезжают, пропарываются 4-5 схваток, то есть они не вылетают, они дальше пропарываются, получают опыт и тем самым растут и готовятся к победам за сборную России. То есть основная цель это вывод их в комплекс. Да, но первое это все-таки развитие, это заинтересовать ребят, чтобы они занимались. Когда ты в команде, да, тебе сложнее выбраться. Потому что дети разные бывают. Бывает плохое настроение, бывает проиграл, расстроился и решил, что это не его форма. Хотя, может быть, он в будущем станет чемпионом мира или олимпийским. А здесь команда, она подбодрит, поддержит. Он понимает, что есть чувство ответственности. Иван, рад вас видеть. На камеру это так. Что у него есть чувство ответственности за коллектив, за команду. То есть каждый человек, она важна. То есть каждый спортсмен будет пользу приносить команде и готовясь дальше. У нас, если вы знаете, что круговая система она не заканчивается, есть плей-офф. То есть у ребят большая часть половины возможность проявить себя до конца, чтобы вот эта интрига, она все время оставалась, и они могли, даже будучи восьмым, по итогам круговой системы, потом они в плей-оффе могут и настроиться, и, возможно, даже выиграть. Очень интересный такой проект, да, он такой неординарный, мне кажется. Вот это как раз вот новый формат, который и хотел дополнительно придать стимул развитию нашему виду спорта. Мы же понимаем, что все равно идет конкуренция среди всех видов спорта, и помимо вида спорта еще просто за детей даже какие-то игры, еще даже киберспортом тоже спорт все-таки. Вот, и там тоже мы должны конкуренция должны предлагать людям то, что им будет интересно. И то, что фокус идет на протяжении всего сезона, это возможно там 8-6 месяцев, ребята фокусируются на соревнованиях и ждут этих туров, чтобы подготовиться и выступить достойно, и смотрят таблицу, как они меняются из тура. В принципе, это вот как аналог игрового спорта, но вот она сейчас и вечер разговаривает, и где-то это и лично, но на самом деле команда, вот вы видите, как они остаются, как они переживают, как они поддерживают. Спасибо. Это новая страница, так скажем. Но мы видим, как Европейский Союз, ну вообще международная федерация меняется, и на ребяне команда даже выиграет. Мы идем в команду. Спасибо. Иван, немножко погромче, хорошо, чтобы у нас улавливало, тут здесь такая акустика. По вашему мнению, на ваш взгляд, насколько сильно развито сегодня клубное дзюдо в России? Я имею в виду клубное дзюдо, детское клубное дзюдо. Смотрите, в Советском Союзе была школа, спортивная школа. Она была в образовании, потом выводили в спорте, сейчас есть гармонизация, как вы знаете. А клубная – это все-таки, наверное, западная модель. Западная модель, и она только зарождается у нас в России. Не могу сказать, будущее за этим, не будущее, но идеология клуба, она подразумевает, что вы с клубом можете всю жизнь. И мы, нашим клубом, тоже дополнительно сопричастны к клубу, то есть мы организуем какую-то, работаем с родителями, чтобы они поддерживали. Помимо, чтобы понимали, помимо Лиги дзюдо, у меня есть свой клуб, спортивный клуб «Триумф». Мы тоже участвуем, но участвуем мы на региональном этапе. Достойно, вот восьмерку в Красном крае входим, в прошлом году вошли, в этом году тоже пробились плей-офф, у нас будет, это я синхронизировал с Лигой.
тесте отбор, скажем, это первый этап региональный отбор. У нас на год идут ребята младше, в течение года, и на следующий год та самая команда попадает в возраст до 15 лет и участвует. Вот. И эти создаются как раз инструменты, чтобы было развитие клубного спорта. Клуб – это все-таки, как бы, наверное, можно сказать, что это и будущее за этим. Потому что сейчас ребята завязываются со своей спортивной карьерой, и много ребят уже открыло клуб. Это и Кирилл Денисов, это и Иван Воробьев, это и Маминга. Да. То есть вот, создаются такие школы, клубы, как бы частные, которые есть стимул объединиться в общую систему, которая поможет нам всем развивать наш любимый вид спорта и систему в том числе. Спасибо. По вашему мнению, какой регион Российской Федерации сегодня лидер по развитию дзюдо, как по массовости, так и по спортивным результатам? Ну, я, наверное, точно не скажу по цифрам, да, но у нас есть такие регионы, как Челябинск, как Тюмень, как Свердловск, да, вот, назвал Урал, в Рязани большое количество, в Алтайском крае большое количество детей, занимающихся, красноярские традиции, то есть, ну, много традиций, как бы, но есть регионы, которые не дотягивают, не дорабатывают, которые хотелось бы видеть, чтобы там больше ребят занималось спортом. Какие планы у Ивана Нифонтова на ближайшее время? У Ивана Нифонтова очень много планов. Вот, он реализовывает это вот, в этом году. Постепенно мы развиваемся. У нас 4 дивизиона Лиги Дзюдо Труп Энерджи. На следующий год мы будем больше охватывать. Наверное, сейчас в первую очередь спортивные планы достигнуты. На ваш взгляд, не преувеличено ли значение влияния дзюдо на человека в контексте кодекса дзюдо? Это там, уважение, дружба, ну, такое есть, да, знаете, и многие дзюдоисты знают кодекс дзюдо. Как на ваш взгляд? Не преувеличено однозначно. Вообще дзюдо – это, наверное, такие консервативные ценности, уважение к старшим, то есть это… Это те вещи, которые еще остаются. Как бы мы сейчас можем выйти на улицу, да, и зачастую пропадают те, можешь идти, ребенку замечание сделал, он может показать тебе еще куда-то дорогу, тебе начертить, куда идти. Вот. А дзюдо воспитывает детей, прежде всего, как педагогика, работа с детьми, это правильные, важные ценности. Современном мире закладывается. То есть дзюдо, на ваш взгляд, все-таки оно вот эти, ну, играет важную роль. Однозначно было бы, ну, не было бы, а мы пытаемся, как бы, зайти в систему образования. Мы знаем опыт Японии, Франции, что там вообще образовательной системе есть дзюдо. Я думаю, что через дзюдо мы можем воспитать достойных граждан нашей страны с правильными ценностями. Спасибо. Продолжаете ли вы сегодня практиковать дзюдо? Ну, как функционер, как развиваю, редко выхожу на татами, потому что очень много дел. Ну, вы, вот, посмотрев на вас, не скажешь, что вы совсем все забросили. Вы как-то, мне кажется, как были 81 килограмм, так и остались. Ну, примерно тот же вес. Ну, просто есть некоторые, кто как-то начинает немножко себя… Все равно как бы сдерживаешь где-то правильное питание, где-то много-много работы, которая тебе не дает расслабиться. Ты работаешь, ну, та работа, которая, наверное, не видна, но ее много. Что бы вы хотели пожелать сегодняшним и будущим дзюдоистам России и всего мира? Всего мира? Ну, сегодня, наверное, в первую очередь пережить эти коронавирусные явления, и чтобы нам дали возможность полной грудью заниматься нашим любимым видом спорта и завоевывать медали, воспитывать наших детей. Всем здоровья, в первую очередь. Спасибо большое, Иван. И я хочу тоже вам пожелать всего самого наилучшего, здоровья и развития детской лиги дзюдо «Триумфами». И вашему клубу. Спасибо. И Алтайскому краю. Спасибо. Спасибо. Ну, у вас выше нас в 2009 году брали интервью.